заранее читал этот бросок вратарь. А пока Голев. И вот вам гол. Открывается счет в нашей игре. И забрасывает этот гол у нас, если не ошибаюсь, Голев. Ну, давайте сейчас посмотрим повтор. Режиссер трансляции нам даст повтор. Бросок и второй гол. Какой красивый гол, друзья. Ну, давайте посмотрим этот повтор. Неожиданно, неожиданно залетела эта шайба. И кто же у нас автор? Я, к сожалению, даже не успел разглядеть этот момент. Сейчас мы посмотрим повтор. Седов. Почти с самой синей линии. Хорошеньким броском. Да. Не смог за этой шайбой. Альметькин шайбой. Бросок и гол. 3-0. Записываем. Да, и звучит стандартная мелодия на арене, когда забрасывает Пумо. Напоминаем, что вчера у нас два дня подряд играла основная команда Пумо против Тароса. И два дня подряд ребята одерживали победу в 1/8 плей-офф Кубка Петрова. Далеко от ворот. Это Фамиров. Бросок. И шайба залетает. 4-0. Умо. Механошин бросал.